Женечка, ну неужели ты думаешь, что Карский правда мог от тебя сбежать? Вы случайно вчера вот этого человека здесь не видели? Вышел из машины, что-то ему с сердцем плохо стало. А с ним там рядом еще блондинка сидела. Блондинка? Простите, какая блондинка? Спасибо. В пансионате произошло двойное убийство. Будьте любезны нам все очень подробно объяснить. Что, явилась гадюка? Я тебя здесь давно поджидаю. Сейчас ты мне все расскажешь. Ты мне за все ответишь. Дама, спокойно, дама, спокойно. Борисочка, что, испугался, да? Что, не испугался? Я буду добиваться справедливости для своей дочери в суде. Добрый вечер. Очень прошу, пожалуйста, дайте мне прочитать это письмо. Нет, Женечка, это совершенно исключено. Я не дам вам этого письма.